Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games и в эфире Universe Sandbox 2. Universe Sandbox 2, друзья, мы снимаем на канале очень редко, но по многочисленным просьбам наших подписчиков я собрался силами и кое-что для вас сегодня записал. Честно говоря, я не следил за этой игрушкой несколько месяцев, и в Steam я увидел, что недавно вышло одно крупное обновление, и некоторые функции, которые мы сегодня с вами посмотрим, мне они очень понравились. Функции под названием «Редактирование планет». Вот это очень интересно. Можете, кстати, посмотреть в Steam, конкретно поизучать, что касаемо обновления вышло в Universe Sandbox 2. Ну что же, друзья, давайте начнем наши небольшие сегодня эксперименты. Насколько мы знаем, что что-то после Нового года нам обещают ученые, что планете Земля угрожают какие-то астероиды, которые летят на планету Земля, появляются в космосе чуть ли не через каждый день. Да, мы знаем, что в 2029-м, поправьте в комментариях, нас ждет, вроде как пугают, столкновение с Апофисом. Сегодня мы посмотрим все эти эксперименты. Также можно, в принципе, уже даже начать с того, что я говорил в самом начале. Это редактирование. Давайте сейчас посмотрим. Инструменты. Редактирование поверхности объектов. Интересная штука. Можно посмотреть интересные разные симуляции. Это, скорее всего, подойдет тем, кто любит потерраформировать какие-то планеты. Вот что я еще заметил, то что сейчас при приближении к планете Земля почему-то она становится без атмосферы. Мы видим материки, воду. Раньше вроде как при приближении была атмосфера, светящиеся города. Что-то непонятно, как это сейчас работает. Ну, ладно, хорошо. Так, давайте приступим с редактирования поверхности планет. Температура, высота водяной пары, жидкая вода, лед. И я так понимаю, что здесь можно увеличивать радиус и скорость изменения глубины. Ага, так, фокусировка на объекте у нас есть. Давайте, допустим, где-нибудь в Африке мы с вами сейчас попробуем увеличить высоту поверхности. Сделаем большие горы и посмотрим, как это повлияет на вообще на материки. И я так думаю, предполагаю, что если поднимать высоту поверхности где-то возле океана, то, скорее всего, вода будет перемещаться. Так, ну что ж, давайте. Здесь у нас становятся большие горы. Ну, вообще, по идее, как бы вода должна как-то перемещаться более такие прибрежные материки, и там должны быть потопы. Допустим, вот в океане сейчас мы здесь вот сделаем какую-нибудь большую гору. Может быть, конечно, симуляция работает медленно, но вот давайте ближе. Ага, мы видим, что материк Африку, ее берега начинает подтапливать. Давайте сделаем еще больше. Угу. Мы видим. Ага. Так. Были затопы. Потопы. Так, ну давайте где-нибудь рядом с Северной Америкой. Лос-Анджелес, штат Калифорния. И мы видим, как Северную Америку начинает топить. В воде куда-то же нужно деваться, правильно? Вода перемещается на соседние материки. Интересная функция. Такс, жидкая вода. Давайте где-нибудь в Штатах Америки сделаем небольшие маленькие озера.
вот так вот. Ну, я понимаю, что здесь как бы горы, и вода перемещается на более такую ровную поверхность. Здесь начинаются потопы, образуются небольшие озера. Видно даже какие-то болота. Давайте больше воды, почему бы нет? Затопим. Затопим Северную Америку. А сколько, интересно, воды я добавил? Вот было бы знать, еще бы, конечно, в количествах, в литрах хотя бы добавление, да? Было бы интересно. Водяной пар. Водяной пар, по-моему, не работает. Нет, работает, и у нас образуются также какие-то водные биомы, так сказать. Лед. Так. Давайте, к примеру, возьмем Австралию. И немножко ее сейчас с вами заморозим. Да, ну конечно, со временем, по-моему, должен лед все-таки, наверное, таять. Да, мы видим немножко вроде как подтаивание. И будет ли вода, неизвестно. Непонятно, нужно проматывать очень долго время. Так. Давайте переместимся в Европу и... Также здесь поменяем высоту. Высоту гор. Где-нибудь рядом с Италией. Поднимем мы здесь поверхность. И мы видим, что Испания и Франция начинают как бы топить. Да-да-да, есть такое. Ага. Один общий материк сейчас сделаем с Африкой. А здесь создадим большое такое озеро. Глубина воды в этом месте, конечно, должна очень увеличиться. Хотя, как мы знаем, вода везде место найдет и потечет своей струйкой, да, так сказать. Так, ладно. На более такую меньшую поверхность вода перетекает. Ага. Так, ладно, хорошо, я понял. В принципе, достаточно интересная симуляция. Можно что-то похимичить. На буднях посидеть, подумать. Так, ладно, далее мы что с вами сделаем? Давайте попробуем сейчас посмотреть. Как я и говорил. Это удары, столкновения. Так, столкновения. Я забыл уже, где это все находится. Добавить. Ага. Надо немножко скорость замедлить. Запуск. Мы будем запускать. Наши с вами астероиды, кометы и прочие в планету Земля. Небольшие объекты. Церера, комета Шумейкера, Леви. Вот он наш апофис, которым нам грозят. Ну что же, давайте попробуем представим, что все-таки настолько близко Апофис приблизился к Земле, что его захватила гравитация планеты. И посмотрим, к чему это приведет. Я не знаю, сейчас прямо на Землю полетит он или нет, я не знаю. Так, ага, да, точно, по-моему, прямо в Землю. Нет, я прогадал, давайте немножко... Ага, вот был удар. Только не пойму, где был удар, куда он упал, но, по-моему, в Африку. Ну, удар колоссальной мощности, и мы видели, как огромные части просто земли, осколки Апофиса, горной породы, разлетелись на тысячи километров. И, кстати говоря, вот здесь, по-моему, образовались какие-то острова. Давайте еще раз. И что мне еще больше понравилось, то что при обновлении появились вот эти яркие вспышки. Очень красиво смотрится. Частицы как бы переиграли немножко в красках, и видно, скорее всего, это улетучиваются газы. Планета Земля.
Надо на буднях посидеть, поизучать. Ну, а что по планете Земля? Наверное, особо ничего не изменилось. Где наша статистика? Средняя температура 7,35. То есть, все-таки удар Апофиса был очень хорошим, да? Выброс пыли в атмосферу, в облака, и немножко, как получается, затмило солнце, солнечные лучи через толщу пыли на небе не попадают на планету Земля, и температура понизилась. Ну, здесь может быть, как бы, да, действительно, симуляция действует так, как надо, не так, как раньше. Так, ну давайте еще раз, наверное, попробуем что-нибудь отправить на планету Земля. Комета Шумейкера-Леви, комета Галлея. Во, комета Неовайз. Радиус 2,50. Что-нибудь побольше надо пустить. 20-16-40 метров. Свифт Туртл. 13 километров. Чиксулу был, по-моему, размером 10 километров. Комета Галлея. Ну, комета... Так. 700 метров. Нет, ну что-то такое надо прямо сравнимо с Чиксулубом. Скотт Мэнли. 4,60. Давайте Свифт Туртл. Это, мне кажется, будет гибель человечества. Автоскорость запуска. Скорость запуска 6 км в секунду. Так, ну что же. Давайте в то же самое место. Полуостров Юкатан. Ого. Насколько он огромен, посмотрите. И посмотрите, как сделано... Как отрываются частицы, как это здорово сделано. Вход в атмосферу. Невероятный удар. Огромные куски земли, породы и части астероида, кометы просто разлетелись также на тысячи, тысячи километров. Так, мне нужна статистика. Средняя температура чуть-чуть выросла. 9 градусов. Посмотрим место удара. А вот, кстати, на планете Земля температура выросла на 2000 градусов. В месте удара было 700 градусов по Цельсию. Невероятно. На остальных континентах я смотрю где-то приблизительно минус 77 градусов. Здесь 14. Так, ладно, хорошо. Давайте еще попробуем один такой же объект сейчас запустить и посмотрим, что это будет. Так, еще один Чиксулуп. Вот так, поближе. Сейчас должен быть вход в атмосферу. Вообще, как бы по идее. Так, смотрим на планету Земля. Статистика. Удар. Поверхность. 421 градус по Цельсию. Третий астероид, третья комета Чиксулуп. Максимальная температура 11 тысяч. Невероятно. Много частиц было выкинуто в открытый космос. Видели, да?
Блин, достаточно интересная симуляция такая, да. Вот непонятно только, почему вот именно так планета Земля теперь в симуляции выглядит. Так, гравитация столкновения. Больше всего мне, конечно, понравилось вот это редактирование поверхности планет. Достаточно интересная функция. Если терраформировать какие-нибудь планеты, то, блин, это было бы интересно. Добавим в Аргентину, в Бразилию побольше водяного пара. Можно жидкой воды. А затопить? Все-таки здорово продумано. А вот, кстати, температура. Ого, мы просто поджариваем здесь все. Интересно, какая температура? 24 тысячи градусов. Невероятно. Бедная планета Земля. Ну что же, друзья, на этом мы с вами закончим. Всем, кому понравилось, пальчик вверх, подписка на канал. Пишите в комментариях, какие эксперименты на следующее видео сделать. Это был такой вот небольшой обзорчик. Universe Sandbox 2. Всем пока.